Приветствуем вас в игре от компании EA Sports FIFA 2007. Я Василий Уткин, и помогает мне Василий Сергеев. Да-да, это мы. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Мота. Мяч летит в штрафную. Мяч. Боже мой, дух захватывает от звука стадиона, который взрывается сотней восторженных криков. Ура! Чтобы размочить счет. Сильва. Самолет. Игрок возвращает мяч партнеру. Держит мяч защитники. Ну что сделает Владимирович? Что они предпримут теперь? Убил же. Это играет, но ситуация остается опасной. Мяч летит далеко вперед. Насри. Сейчас очень опасно будет штрафной. Сильва. Алекс. Защита действует быстро и точно. Защитник выполняет опасный подкат, но цель оправдала средства, мяч у его команды. Максвелл. Ну вот простое, эффективное решение. Сильва. Он получает мяч и тут же бросается в атаку. Классно пробито. Будь игрок чуть более точен, и мяч непременно был бы в сетке. Ибрагимович получает мяч. И что говорит арбитр? Да, это угловой. Насри. Опасная ситуация. Футболист бьет головой. Хороший удар. Навес. Будет гол. Игрок забивает мяч в ворота. Игра, как говорится, начинается с нуля. Счет-то равный. Разница лишь в том, что обе команды подустали уже. Итак, счет сравнялся, и мы возвращаемся в исходную точку. Ах, еще бы чуть-чуть пониже. Просто неадекватный какой-то игрок. Серьезное нарушение правил. Судья обязан дать штрафной удар. Мяч уверенно взят вратарем. Это вратарь вывел мяч. Сильва. До миллиметра уверен подкат, судья не остановил встречу. Мота. Сильва. Отличная игра в обороне.
Какая смелая игра! Вся команда в атаке. Мота. Хесус Навас. Великолепный перехват. Ну же, давай! Да, это гол! Супер! Супер гол! Великолепный! Ты молодец, парень! Какое изысканное мастерство, какие неподперчивые стопы! Команда идет в счете 2-1. Представляю себе, как переживают соперники. Они же вели в счете, а теперь цифры на табло одинаковые. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Да, непросто это было. Очень непросто. Вы только посмотрите, сколько игроков мешало ему пробить. Нужно бить быстро и точно. Но у него не получилось. Здорово сыграл в подкате. И мяч у голкипера. Вратарь вводит мяч в игру. Хорошо. Насри. Сильва. Очень спокойно играет вратарь. И мяч отправляется вперед после сильного удара голкипера. Мы приближаемся к перерыву. В данный момент в матче ничья. Быстро сыграно. Максвелл. Ибрагимович получает мяч. Лиши. Сильва. Да, это был опасный прием, однако можно продолжать показывать судья. Чисто сработано. Ну что сделает Ибрагимович? Арбитр показывает, продолжайте, продолжайте. Да ну, на что надеялся? С такого расстояния обыграть вратаря. 4 гола в первом тайме. Поделены поровну. Счет 2-2. Сильва. Хесус Навас. С самолета. Максвелл. Прекрасная игра защиты. Как высоко начинает прессинг эта команда. И вот они первые мяч у них. Пиши. Хесус Навас. Мяч отправлен в штрафную. Ибрагимович. Наверное, сейчас будет гол. Будет ли гол? Отличная игра. О, вцепился в мяч, как будто он клеем намазан. У, как их много. Что-то задумали. С полуслова понимают друг друга парни. Правильно занял позицию, и мяч перехвачен. В нападении множество вариантов. Сильва. С самолета. И возвращается мяч. Насри. Прекрасно закрученный мяч. Мастерский удар головой.
Из-за боковой будут вбрасывать. Сейчас разберемся, кто. Сильва. Так, здесь у нас вбрасывание. Мотта. Максвелл. Хорошая передача на половину соперников. Вся команда принимает участие в обороне. Главное не прижиматься к воротам. Масри. Сильва. Пас. Еще один пас. Туда, в штрафную, поближе к воротам. Насри. Я думал, мяч уже окажется в сетке. Но, увы. Конечно, игрок мог забить. Просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Хесус Навас. Прекрасный бросок и мяч в руках голкипера. Голкипер сегодня, ну, просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Самолета. Нарушили правила, сейчас вам штрафной пробьют. Вот зачем футболисту голова. Ну что сделает Ибрагимович? Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Вратарь сильно бьет вперед. Игрок пытается увести мяч из опасной зоны. Это фол. И нечего даже говорить, что это не так. Судья обязан показать желтую карточку. Вот за этот подкат будет желтая карточка. И нечего жаловаться. Очевидно, что это желтая карточка. Алекс. Какой хороший пас. Как они мячик-то перебрасывают. Много обещаний. Гол! Навас. Мяч попадает в вратарь. Мяч в игре. Мотта. Самое сложное сейчас точно рассчитать подачу. Мяч через штрафную. Положение на воротах, которое занял голкипер, спасти ситуацию могла только активная игра защитников. Вот это контратака! Как будто на велосипедах приехали с такой скоростью. Хесус Навас. Неплохую передачу сочинили. Такие дальние удары бывают очень опасны. Очень сильно был послан мяч. Мотта. Врешь, не пройдешь. Прекрасный отбор, хорошая техника. Сможет ли он забить? Он оставил мяч. Мяч улетает из штрафной.
Он прорывается к воротам. Ну вот, можно перевести дух. Атаку сдержали. Удачный пас в глубину поля. Такой рискованный удар. Мяч был почти в воротах. Ужасно, ужасно. Даже на этом этапе матча команда продолжает атаковать. Максвелл. Дальний удар. Мяч идет в сторону. Прекрасная игра, нападение теряет мяч. Самолета. Игра в пас. Как он контролирует мяч. Удар головой, подальше от ворот. Какая небрежность. Арбитр явно недоволен и, конечно же, дает штрафной удар. Если бы судью так толкнули в спину, тут же был бы скандал. А так даже карточки не показал. Тоже мне справедливость. Как уверенно играет. Какая красивая игра, какой дриблинг. Он блокирует его. И мяч уливается почти в центр поля. 4-2. У нас сегодня был праздник красивого, атакующего, открытого футбола. Быстрый гол успокаивает. И этой команде раскрепощенность пошла на пользу. Не потеряли нить нападения, не отпустили соперника. Выиграли. Сегодня мы прощаемся с вами, но очень скоро снова увидимся на трансляции очередного футбольного матча. Играйте в футбол, друзья!